Ребята, всем привет! Сегодня я решила снимать челлендж 24 часа в ванной. И питаться я буду всякими вкусняшками, поэтому я приехала в суши и буду сейчас заказывать суши. Ну что, я уже дома, и сегодня весь день моей комнатой будет ванная. Сейчас я принесу все то, что мне на сегодня понадобится, но первым делом я хочу очень кушать. Итак, для начала мне нужно будет из ванной сделать кровать, мне нужно будет постелить одеяло, подушку. В общем, оставайтесь со мной и увидите, чем я буду заниматься 24 часа в ванной. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы первым увидеть мое новое видео. Ну и, конечно же, поддерживайте лайком. А я иду за одеялом и подушкой. Сейчас будем постельку стелить. Такое чувство, что я тетю. Мне кажется, сейчас половина моих подписчиков так и подумают. Так, ладно, нормально. Подушка, чтобы было мягче. Так. Ну, а теперь все, что мне понадобится сегодня. А может, мне и понравится делать уроки в ванной. Посмотрим. И, кстати, не только уроки. Итак, сейчас вам покажу, что я взяла. Я, честно говоря, не знаю, что брать в ванную, поэтому взяла то, что считаю нужно будет. Чем я могу заняться. Итак, первое, что я взяла, это набор для скрапбукинга. В общем, буду делать, вам покажу. Вы как раз хотели, чтобы я вам показала, как я делаю открытки. Вот сейчас как раз и покажу. Конечно же, взяла уроки, пенал, чтобы делать уроки. Взяла стаканчик с гирляндой, чтобы было красиво. Колонку взяла, буду слушать музыку и буду смотреть фильм. Взяла телефон, буду кушать и смотреть фильм. Водичку взяла. Ну, ножницы для скрапбукинга. И взяла, конечно же, покушать. А, еще я взяла лизу на всякий случай. Вдруг заскучаю. Взяла вот такого чуда, яблоко, йогурт и пакет с сушами. Все, я залазю в ванну. И мои 24 часа начинаются. Это так непривычно, залазить в ванну, где одеяло лежит. Знаете, удобненько, удобненько. Ага. Ну, в принципе, нормально, можно. Так, давайте вначале с декора начнем. Включаем гирлянду, чтобы было красиво. Так. Ну, давайте ее поставим вот сюда. А то как-то... Вот, смотрите, как красиво, атмосферно. Видите, как вот. Мне нужен свет. Я очень хочу кушать. Где мои суши? Вот они. Так, открываем. Кстати, пишите, любите вы суши или нет, и какие любите суши. Я лично запеченные суши не люблю. Мне больше нравятся вот такие вот. Главное, чтобы сейчас все это не упало. Надо было, конечно, взять еще стол. Я что-то не подумала о нем. Ну ладно. Выглядит аппетитненько. Так, открываем. Все делаем аккуратно. Ну, хотя я нахожусь в ванной. Постираем, помоем. Всем приятного аппетита. Я кушать. Я не кушаю суши каждый день, и уж простите, палочку, наверное, держу как-то неуверенно, неправильно, но как умею. Мне кажется, у меня сейчас все упадет. Так. Очень вкусненько. Итак, кто кушает, приятного аппетита, и мне тоже приятного аппетита. Очень было вкусно, хочу водички. Немножко попить и буду делать уроки. Сделаю уроки, а потом, я не знаю, или посмотрю фильм, или поделаю открытку. Посмотрим. Хочу начать с химии. Сейчас посмотрим, что заберем. Страница 8. Мы, кстати, как-то странно по химии пошли по параграфам. Мы вначале с конца начали, и сейчас возвращаемся обратно. В общем, не знаю почему, но как-то так. Номер 2. А, вот эти вот формулы, понятно. Спинал.
Знаете, что я забыла? Я ручку забыла. А я не могу выходить из ванной. Мам, дай ручку. Не. Ну, дай ручку. Не. Ну, я ж не буду карандашом писать. У меня здесь есть карандаш, есть розовая ручка, есть черная ручка, есть ручка, которая закончилась. Пиши ручка, которая закончилась. Ну, мам, ну, твою ручку. Ой, ты даже новенький принесла. Я думала, ты принесешь ручку, которую я сейчас пишу. Ну ладно. Нет. Подожди, открыть-то как? А, у меня есть ножницы. Все нормально. Я всё знала. Предусмотрела. Да, я знала, что будет так. Поэтому я захватила с собой ножницы. Так. Хоп, ручка. И делаем. А что делать-то, не понимаю. Как всегда. Установите соответствие между... Так, что мне следующая алгебра потом сделаю, пока получу русский. Кстати, вы всегда спрашивали, как же я веду грамматический словарь. Сейчас вам покажу. Главное, чтобы все не завалялось здесь. Смотрите, первая страница у меня здесь листочки для заметок. Ну, здесь должно быть написано, кто я и где я учусь, но я всегда пропускаю эту страничку, почему-то я не заполняю ее. Так, это не то, это примерчики просто. Вот, чередование гласных в корнях. Это, кстати, вот к ним примерчики. Сложное предложение. Единственное, что мне не нравится в этих блокнотах, в этих тетрадках, то, что листы вот так вот, видите, вот вырываются. Сложно-подчинительное предложение. Кстати, пишите, что вы сейчас проходите по русскому языку. Мы проходим сейчас союз и союзные слова. Ладно, все, я учить правила. Устала, и ноги у меня уже затекли. Надо поделать какую-нибудь зарядку или что-то как-то поразминаться. Ой, и попа квадратная сейчас станет. А теперь будет рубрика занятия физкультура. Наклоны вперед. Раз, два. Так, что там еще? Какие есть еще? Такие есть еще. Все, хватит зарядки. Все, поразминались. Теперь я хочу поделать скрэкбукинг. Но для начала хочу включить музыку, чтобы мне было не скучно. Кстати, я уже здесь сижу в ванной больше 3 часов. Но, в принципе, пока время нормально идет, и я нахожу себе занятия. Посмотрим, как будет дальше. Хочу сделать Дане подарок, у Даны скоро день рождения, но не совсем скоро, зимой. Но пока как раз появилось время, буду делать подарок. Мне для открытки понадобится вот такой вот лист. Я хочу с Эйфелевой башней. Вот такая вот штучка, я, честно говоря, не знаю, как правильно она называется. Все это буду клеить на вот такой вот объемный скотч. Ну, а там посмотрим дальше, что мне понадобится еще. Пока вот это. Для начала сейчас сделаем форму, потому что такой большой лист мне не нужен. Кстати, пишите в комментариях, любите ли вы какие-то подделки своими руками делать. Или предпочитаете, например, открытки покупать в магазине и не запариваться
насчет того, как же сделать, чтобы было все красиво, и вообще, любите ли вы делать что-то своими руками. Я люблю делать открытки и своими руками, но ничего против открыток, которые продаются в магазине, не имею, потому что они сейчас очень мимишные, очень классные, красивые, поэтому мне и такие открытки нравятся. Но вообще я люблю, когда что-то делают своими руками. Мне нравятся такие подарки. Смотрите, что у меня получилось. Я уже, кстати, доделала. По-моему, прикольно. Ну, а сейчас я хочу посмотреть фильм. Не знаю, правда, какой. Вот, хочу посмотреть «Гражданская жена». Какой-то новый фильм 2018 года. Почти 3 миллиона просмотров. Посмотрим. Шел, кстати, по «России-1». Кто смотрел, пишите, понравился вам или нет. Ну, а я буду кушать еще. Котя, тихо, все хорошо. Вот, держите. Какой же интересный фильм. Советую, кто не смотрел, посмотрите. Мне очень понравился этот фильм. Но я уже хочу поспать. Я устала. Поэтому ложусь спать. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравился этот челлендж. Мне, в принципе, понравился. Я не скучала, наоборот, отдохнула, посмотрела фильм, поделала открытки. В общем, с пользой провела время, поэтому мне понравилось. Я бы еще денек полежала в ванной. Ну и все, наверное, на этом все. Мое видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр и пока-пока!